Здравствуйте, я хочу вам представить свой новый видеокурс, который называется «Быстрый вход в немецкий язык». И прежде чем немножко рассказать о том, что это за курс, почему быстрый вход, как и так далее, я хочу вот сказать вот такую вещь. Я хочу сказать несколько слов о немецком языке. Понимаете, сейчас кажется вот таким востребованным именно английский язык. Вроде как язык номер один в мире, язык межнационального общения там, и так далее, и так далее. Все стремятся учить английский. Хочу сказать вам, что те, кто пренебрегают немецким, ошибаются. Германия, центр Европы, лидер европейской экономики, лидер автомобилестроения, лидер приборостроения, лидер по многим показателям, экспортно ориентированная страна, вот то, что они выпускают, вот германское качество. И вот в этих словах уже заложен синоним, что это классно. И бизнес все больше и больше обращает внимание на Германию. По крайней мере, вот по этому курсу занимался несколько людей. Ну, это, конечно, там бизнес относительно, которые занимаются перегонкой автомобилей из Германии. То, что вот они научились говорить на немецком, они там по-русски жестами или там на каком-то ломаном английском, они, в общем-то, оценили в достаточной степени. Вот. И это во-первых. То есть это ведущая европейская страна. И знание языка даст вам преимущество в бизнесе, знание немецкого языка. Вот, потому что бизнес с Германией построен, кстати, гораздо проще, чем с США, поскольку все-таки фактор расстояния имеет большую роль. Это во-первых. Во-вторых, изучение немецкого языка сделает ваше мышление более четким, более структурированным. Немецкий язык очень четок. Вот как по-немецки порядок, орнунг. То есть там нет каких-то размытостей, нет каких-то там вагонов исключений и так далее. Там вот он четкий, он структурированный. А ведь вы знаете, овладение языком, оно и переходит и на личность, в общем-то. И, в общем, скажем так, наша славянская этакая раздолбанность и раздолбайство, где-то иногда этим можно и козырнуть, где-то наше ментальное такое что-то этакое, но все-таки немножечко порядочка в мыслях навести не помешает. И как раз-таки вот изучение немецкого языка этому и будет способствовать. Мне еще хочу сказать такую вещь, что я вот заметил, общаясь с самым широким кругом людей, что английский, да, да, все нормально, все хорошо. Нет, ни в коем случае не против английского, боже, упаси меня. Но я заметил такую вещь, что знание немецкого языка говорит о некой элитарности человека, понимаете? Вот, допустим, вот общаясь с психологами, английский, допустим, там все знают, но те, кто знает немецкий, вот они как-то вот все-таки немножко смотрятся по-другому. Немецкий, это Мартин Хайдеггер, в первую очередь, ведущий философ. А какой у него язык, вы оцените это дело. То есть, такая вот немножечко, знаете, вы будете чем-то выделяться, вы наберете тем самым дополнительные баллы. Ну и плюс ко всему, я еще, вот это правда, наблюдение относится к Минску, я не буду говорить за всю Одессу, как говорится в одной известной песне, но я заметил такую вещь, что, понимаете, ну, конечно, везде берут на работу специалиста, на службу специалиста со знанием языка. Ну, как говорится, у него шансов больше, чем без знания языка, да? Но я заметил такую вещь, что специалистов со знанием немецкого языка, специалистов немецкого языка, место своей службы находят гораздо быстрее. Потому что английский, господи, это предложение на рынке больше, чем потребность. А в немецком языке где-то такой вот балансик наблюдается. И экономика все больше и больше, наша экономика, по крайней мере, все больше и больше смотрит на Германию и правильно делает. Ну а теперь, почему именно быстрый вход? Быстрый вход. Из слов понятно, быстро войти, быстро начать, быстро пользоваться языком. Для кого нужен этот видеокурс? В первую очередь, пригодится. Во-первых, для тех, кто решил заняться немецким языком серьезно. То есть, он решил заняться, но никак не может вот пойти, сделать первый шаг. Первый шаг вы сделаете с помощью видеокурса. Второе. Для тех, кому нужно быстро
начинать применять немецкий язык. Ну куда, скажем, там поехать в Германию, или там поездка какая-то в Германию намечается, или намечается приезд немецкой делегации, или гостей из Германии. Ну, или, скажем так, вот еще бывают самые разные обстоятельства, вдруг раз, два, три, и надо вот, чтобы уже какие-то знания по немецкому были. Вы их в этом видеокурсе получите. Вот быстрый вход. Допустим, вы занимались когда-то немецким языком в школе, в институте, еще где-нибудь на курсах, в общем-то, успеха не достигли, все подзабыли. Сможете быстро вспомнить вот все, что вам необходимо. И самое главное, это даст вам базу, в результате которого, в результате которой вы пойдете в язык, вы получите базу. Ну и еще один момент, касаемый языков. Я вот здесь говорю английский. Английский, да, крути, не верти, но он все-таки номер один в мире, и это приходится признать при всем при том. Но есть еще какая вещь. Немецкий и английский языки все лингвисты считают родственными. Но, вот смотрите, есть какая аналогия. Вот английский язык к русскому, от русского, находится на гораздо большем расстоянии, чем немецкий. Ну, так вот рассмотрите, даже по карте. Да? И овладевая немецким языком, вот, как вторым языком, ваши успехи в английском, ну, возрастут просто феноменально. Вот вы, может быть, заметили или знаете, что в Иньязе никогда не обучают одному языку. Всегда обучают двум языкам, ну, а наиболее сознательные студенты еще и третьим себя нагружают. И это правильно. Потому что вот вам очень нужен английский, да, не спорю. Но овладев немецким, вы английским овладеете гораздо быстрее, поверьте мне. Вот как раз таки вот об этом моменте и будет идти в том числе речь в нашем видеокурсе. Вот примерно вот такой вот быстрый вход, что он из себя, зачем он и так далее, и так далее. Преимущества я вам перечислил. Ну что ж, желаю вам всяческих успехов во владении языками.